Мэрия Махачкалы обратилась в полицию из-за выброса мусора в кор. В социальных сетях накануне распространилось видео с плавающими отходами на поверхности водоема. На кадрах жительница Махачкалы пожаловалась на антисанитарное состояние канала Октябрьской революции. Межведомственная комиссия мэрии обследовала открытые участки канала и подтвердила этот факт. Было опубликовано видео, где зафиксирован факт сброса бытового мусора в канал Октябрьской революции. Административная техническая инспекция совместно с отделом муниципального контроля по советским районам выехали на место для проведения обследования территории. На участке канала Октябрьской революции был зафиксирован остаточный мусор. Для установки лиц, совершивших правонарушение, обращение направлено в отдел полиции, отмечает пресс-служба мэрии. Кроме того, будет выдано предписание дирекции КОР об очистке водоема.